Мальчики поцеловали девочку в щечки, красиво дело. Ну, долго вместе, молодцы. О. Добрый день, дорогие друзья, приветствую вас в городе Сочи, а точнее Красная Поляна. Еще точнее, мы находимся в галактике. Это газпромовская территория, и здесь мы с вами сегодня посетим аквапарк. У меня есть три холостых мужика, которые очень хотят познакомиться с девочками, да? Ты готов знакомиться с девочками? Да! Да, представься, как тебя зовут, главный знакомящийся. Меня зовут... Блин, я забыл даже как. Так, пузатый Ярослав, мы знаем, и нет. Меня зовут Юрий. Так. Меня зовут Брюс Всемогущий. Как? Брюс Всемогущий. А, Брюс Всемогущий? Да. Сегодня... И сейчас посмотрим, сегодня что ты сможешь. Ярослава не работает, короче. О, это... о, все. А нет, вот, подожди. То есть у меня вот единственный раз работал нормальный ящик, а у них что-то... Что делать теперь с этой? Да, да, понюхать там надо. В общем, друзья, мы находимся в переделочке. Кладете вещи, прикладываете вот так вот. О, у меня другие часы. Вот этот вот. Бац, открывается. Бац, закрыл. Все, работает. Не знаю, что у них не работает. У меня все работает. Теперь давайте про стоимость. Мы приехали на вечерний сеанс. А здесь стоимость посещения с 5 вечера до 8. То есть, ну, мы в 19.30 должны отсюда уже уйти. Стоимость 700 рублей с человека. Можно было через сайт купить за 650. Давайте пойдем посмотрим вообще краткий обзор. То есть заходите, 200 рублей полотенце, 200 рублей там халат можете взять, можете не брать, можете просто так отдыхать. То есть, здесь, в принципе, зона переодевания. Здесь вы приходите, можете раздеться. Есть дополнительные покупки. Можно купальник себе прикупить, если вы порвали свой где-нибудь. Но мы пойдем в мужскую, так сказать, зону. Покажу вам еще санузлы, там все остальное, что здесь есть. Я думаю, что это будет интересно нам, девочки, посмотреть и понять. Я уже снимал в прошлом году. Здесь сегодня мне сказали, действуют ограничения, ребята. Я говорю, какие? Говорят, а вы что, не знали? Говорит, в аквапарках нельзя. О, Господи, я думал, женскую зашел. Нет, все нормально. То есть там мужские кабинки, так сказать, куда Ярослав хотел. Ну, перед посещением аквапарка, ребята, принимайте душик, чтобы, как говорится, ну, грязь с собой поменьше вести. То есть заходим, включаем, обмылись и хорошо и прекрасно, как бы все. Мы вчера разве в душ приехали, пришлось выгонять, что за мужики-то пошли, где там все могу, а зачем полотенце с собой тащит? Так, там внизу у нас по процедуре работает также лифт, но мы приехали ради бассейн-зон. Какие ограничения, в общем, действуют? Ограничения действуют, ребят, джакузи работает, все работает, бассейны работают, не работают горки. То есть на горках, увы, не покататься. Говорят, что это у них тут карантин, но это прям печально звучит. Давайте по внутренней территории пройдем, посмотрим, что здесь есть. То есть есть поливалка, причем работает одна, вторая, наверное, тоже на карантине. Бассейны, конечно, хлористые, забористые. И вначале мы там видели, есть джакузи внутри. Но чем ценится вообще это место? Это, конечно же, не обилием этих бассейнов и тем, что мы здесь представляем. Давай, Ярослав. Ныряй уже, теплый бассейн, он горячий, можно сказать. Ах, кайфово, как ушел. Всемогущий, давай. Зачем ты полотенце с собой взял, блин? Ой, мужики, пошли, а. Вообще. Ну, давай, плескайся, Ярик, кайфуй. Не, вот так вот не надо делать. Итак, Ярослав нас забрызгал, а ну-ка, ныряй. Раз, два, три, поплыл. Сюда плыви, куда ты там смотришь. О, всемогущий пришел. Давай, ныряй. Всемогущий. Вот здесь с глазами тяжело. Так, надеюсь, что меня слышно. Видно? На этот бассейн мы обзорчик с вами посмотрели. То есть тут теплый, классный, великолепный. И можно идти дальше. Жалко, конечно, что не работают горки, при этом ничего не подешевело. Стоит точно так же, как и раньше. Вот, видите, закрыто на подъем. Даже детская территория, детская зона закрыта. Вот это прям печально. Но джакузи. Джакузи здесь много, но это не те интересные джакузи, в которые стоит ходить. Здесь вообще бассейн с течением по кругу. И представьте, в чем облом, что здесь можно было кататься на плюшках, а теперь здесь это сделать невозможно. Это прям печально. Но попробуем, так сказать, поплавать. О! Принеси меня, река. О, прикольно, а? На самом деле мне даже нравится. Тут, впрочем, поплываем джакузи. Видите, ребята сидят, парятся. Еще одно джакузи. Тоже тут девчонки уже сидят, парятся. Как тебе? Нормально. Все, вообще шикарно. Смотрим дальше.
Там есть грибок, давайте возле него остановимся. И джакузи на этом грибке еще одно работает. Ну тут чисто такая мужская лаунж-зона, мужики отдыхают, кайфуют, собственно, почему бы и нет. Ну, нам это не особо интересно. Поплыли дальше, там ничего интересного. Где этот всемогущий? Ты куда? Плыви дальше, давай, давай. Да плыви, ты что идешь? Ой, прошу прощения. Да. Слышь, так знаешь, что смотришь? Я буду терминатор. Да-да-да, ответим. Я, ребята, это прямо гнище, давай. Тут плыть, ты плавать не умеешь, что ли? Нет. Так плыви, блядь. Смотри, у тебя сейчас эти шестеренки. Сломаются. Очень круто получается, пока. Не, ну вот плавать на вот этот длинный бассейн, по-моему, очень даже весело. Да и посмотреть на такой контент, я думаю, среди зимы в ваших городах будет тоже интересно. Так, мы идем дальше. Здесь мы смотрели, горки не работают, бассейн по кругу крутится. Ходите желательно вот по этим дорожкам, потому что по ним будет поудобнее, вы не будете соскальзывать. Ну и, собственно, наверное, самая главная достопримечательность, то, ради чего сюда приезжают все люди, вот это вот таращит. То есть это, конечно же, отдых в открытом бассейне. Можно посидеть, поплескаться в джакузи, сделать умный вид, то есть получить удовольствие. Ну, мне кажется, это все-таки не то, внутри сидеть. Господи. Я думал, это контент 18+, нет, показалось, слава богу. Еще одна большая такая секция джакузи. Девчонки веселятся, радуются. Некоторые с грустным видом. Надо вообще быть самым счастливым. Так, ладно, показываем то, ради чего сюда вообще приезжают все. Здесь, кстати, тоже есть небольшие зоны для хранения. Ух, ух, вот это да! Ну что, ребята, вы готовы? О, вот она красота! Ярослав! Тут, правда, нифига сегодня не видно, но пофиг, идет снег. Let it snow, let it snow, let it snow. Ты что делаешь? А ну повтори, быстро, 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 я не записал. Давай, 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 пока никто не ругается. Давай, 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 пошел, 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 Ярослав. Тут. Давай, давай, пошел. Так. И чемпионат мира по прыжкам в воду. Опа! Пошла жаришка! Как тебя? Ярик, Ярик, такой шалунишка. Давай, красиво, проплывай мимо меня под водой. Давай, раз, два, три, девчонок не трогай, давай. Раз, пошел, пошел, они уже оборачиваются. Огонь! Просто фантазия, давай. Что? Все, да, поперло, да, тебя? Ты же это все. Ты что, с сигаретами сюда пришел? А я курить хочу вообще. Тут не курят, бы. Курят вон там. Где? Вон там, где. Там тебе показалось, не курят здесь. Курение здесь запрещено. О, вот попадают уже, да, тут мужики, блин, за сигарету готовы жизнь отдать. Я сказал, ты что-то видишь под водой? Что ты делаешь, Ярослав? Это что за поза? Ярик, объясни мне, как это называется по-русски? Курить пошел? Да. А ну заныривай, давай красиво, поплыл мимо меня. Да, раз, два, три, пошел. А я хотел вон проплыть под девушкой. Да, ну вот девушка еще занята. Давай, плыви мимо. Давай, 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 давай. Да. Да поплыл, просто. Thank you.
Что-то не убегает. Там что-то, что-то сделали плохое, что ли? Нет, плохое убегает. Шикарно. Да. Ребятки, можно с вами чуть посидеть? Присаживайтесь. Тут не холодно. Так, ну еще один момент, это вот эти вот джакузи под снегом отдельные. Здесь можно отдыхать до 4 человек, то есть сидеть, наслаждаться, да, и расслабляться. Лайк, все, привет. И сейчас пойдем посетим хамам и сауну. Здесь еще два таких места. И была еще ледовая комната, но не знаю, она работает или нет. В общем, поглядим. Побежали. Вылази, побежал. Так, женский смех, это тут не одни девчонки были, не буду показывать. Так, все. Удовольствие поймано. Так. И пошел. Только в девушку не... Девушка, аккуратно. Слава богу. Чуть на ручки не взяли. Пойдем. Ай, красота. Здесь всякие вот разные напиточки можно заказать. Давайте посмотрим вообще, что здесь есть. То есть лимонады, разливное пиво, ликеры. То есть бухать, не перебухать. Если вы взяли с собой карточку, можно ей оплачивать. Все шикарно. Вот ребятки сидят, отдыхают, пьют, получают удовольствие. Ну и большой бассейн, как я уже говорил, с джакузи непосредственно. Ну а мы сейчас будем отправляться именно в сауну, в хамам. Для этого единственное, надо снять все устройства, чтобы они не мешали нам. Мы вернулись в общий зал, откуда заходили. Вот тут женская, мужская, душевая. Сейчас отправляемся в бане хамам. Пошли. Наш всемогущий уже там где-то потерялся. Наверное, скурился в конец. И пешочком опускаемся вниз. Тут ничего сложного нету, как его найти. Самое главное, чтобы, как говорится, хорошо переносили все эти мероприятия. Также есть где поотдыхать. И смотрим. Тут, смотрите, вот ледяной грот. Походу заработал он. Вход в сауну хамам, запрещен в сторону комнат. Я не. Здесь у нас хамам, там у нас сауна. Пойдем посмотрим, что это за ледяной грот. Работает, нету? Ну, холодный душ, но он точно такой же, как холодный. То есть нифига не работает, да? То есть должен быть какой-то холодный грот. Тут, а вот тут лед, в принципе, падает. То есть это то, что вы можете сделать. Там, понамазаться льдом. Примерно вот так это выглядит. Но я бы не сказал, что это очень холодно, не холодно. И пойдемте в хамам. Заходи. Можно полежать, есть водичка, если все, можно поливаться, пить литр, наслаждаться. Так вот все и происходит. В общем, хамам это, наверное, любимое место проведения времени, потому что особенно после снега заходишь, кайф. Я решил, чтобы надо пожарче лежать, перестали, стали стоять. Какого брака, да? Прикольно. Ты ешь весь парень, Ярослав. Вообще нереальное ощущение, ребят. Под верх становишься. Ты медленно раздеваешься под музыку. Так, ну что, попробуем, пойдем в эту. Девушка, закрывайте дверь. Куда твои глаза пошли, вспоминай о Инне? Думаешь не о том, ты, Ярослав, а? Ну, хотя с Холостой тебе можно. Я не парень Холостой. Все, мы приняли решение пойти в сауну. Ну, перед сауной надо в душ. Давай в душ сначала.
Душа здесь достаточно, где искупаться, место есть. Тут прям сауна пользуется популярностью, я так понимаю. Заходите. Тут нету градусника. Ну что, как ощущение сауны после камина? Отлично. Заходит? Да. Прям сухой жар, после мокрый. Видишь, такой мокрый. Шикарное ощущение. Единственное, что не хватает градусника. Хотелось бы все-таки знать, какая здесь температура. Жара, конечно, жесткая тема. Все, следующим этапом возвращаемся в бассейны. Сауна, в принципе, нормально. Единственное, что не пишет, сколько все-таки градусов. Это было по интересу. Почему-то мне кажется, что раньше там была температура. Здесь происходит уборка воды, чтобы никто не поскользнулся. И тут можно отдыхать без холода, без ветра на лежачках, собственно. Народу очень много, кстати, отдыхает здесь. И настроение не только себе, но и нам поднимает. Фантастика! Вот поэтому люди едут в Сочи на отдых, ребята. Потому что здесь 60 километров, и ты находишься уже совершенно в другом месте, получаешь совершенно другие эмоции. Снег, бассейны, кайф. А еще послезавтра должна открыться горнолыжка, но вы смотрите не в то время этот сюжет, то есть уже вот она. Либо открылась, либо сегодня. Так, ну что, самое главное, врыв. Мы, правда, потеряли нашего всемогущего, походу он где-то что-то всеможет. Но это не важно. Мы идем в самое лучшее место. Туда, где нам будет очень классно, интересно, если честно. И никак иначе. Жалко, конечно, горки не работают. Но когда я был в прошлый раз, я, честно, 2-3 раза прокатился и больше ими особо не пользовался. Ну, неинтересно это. Вид развлечения. О, Брюс всемогущий, ты здесь? Привет. Привет. Ребятки, мы чуть к вам вошли целоваться. Кому-то весь не так нет. Эх, просто красота. Ярик, блин, надо красиво ноги выставлять, типа вот так вот, мы такие сидим, идет снег, у нас типа все тут по кайфу, ну, в принципе, у нас, в принципе, все неплохо, у нас все по кайфу, работает джакузи. Обстановка по кайфу. Обстановка по кайфу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. Ты чё, подогрев, да? Вода тебе холодная стала, ты что делаешь? Обстановка по кайфу. Мы с тобой кайфуем. Вообще просто шикарно, ребятки. Смотрите, сколько у них снега нападало. Просто шикардос. Ну, смотришь на людей, которые здесь отдыхают, ловят удовольствие. Красота. В общем, приезжайте в Сочи, приезжайте в Галактику. Я думаю, что вам здесь понравится. Особенно вот в такой формате, когда кругом снег. Я, по-моему, кажется, в прошлые разы не было здесь подсветки. Сейчас подсветка есть, и здесь это смотрится просто вау. Класс. Вот сюда еще прилечь, отдохнуть. Было бы круто. Течение вас сносит? Почти. Мы здесь немножко другими вещами занимались.
честный человек. Холодная джакузи случилась. А? Холодная джакузи. Нет. Иди прыгай здесь. Обязательно прям. Запрыгнем сейчас. Поедем верхом. Давай. Ты готов? Да. Раз, два, три. Три. Лайк. Ощущения. Я где-то ты там сдаешь. После бобов, да, вот те, которые были. Согласен полностью. О, как хорошо после. Я их надо тебе больше бобов есть. Ну что, как ощущения? Сауну нашел? Сауну залезу ложу. Ну что? Три мужика в одном джакузи. Начало хорошего анекдота, ребята. А где заказывали? Ярослав! Снежную бабу. Снежную бабу слепить решил? Нет, ты давай настоящую лучше. О, что там снежное-то? Айсберг в океане. А ты такой холодный. Ах, красота. Пощупать снег хоть. Ох ты, как красиво. Топовые фотографии. Ты только не упади сразу. Ну что, ты готов? Да. Давай, всемогущий, прыгай. Раз, два, три, пошел. Так мы ждали, сейчас такой прыжок будет. Давай, Яр. Туда получается. Туда прыгай. Вот сюда по прямой. Три. Два. Тебе. Да не меня, давай. Раз, два, три, пошли. Видел, как надо? Да нет, блин, живот в тени, в спину выровняй, ты что делаешь? Так, нормально, зачем тебе твой палец, блин? Руки по бокам поставь. Вот так вот руки поставь по бокам, вот, вот, вот. Очки свои подвинь, Кен Кларк. Спину выровняй, живот в тени. Все, смотри на меня, улыбка. Нет, ты говори, как она надо. Это значит, вот так. Да не надо мне твоя жопа, блин. Не надо, как они тут. Давай нормально садись. Так, смотри, руки поставь вот. Вот сюда. Все, спину выпрямляй, живот втянул. О, вот ты смотри, красавчик. Вот это вот на уже. Фоне гор. На фоне там всего просто. Смотри мне, улыбайся. Как будто только что с гор слез. Вот все, капитальный красавчик, 500 рублей. Тиля, давай, чтобы без девочек. Я, по-моему, уже очки убрал. Да? О, все, выходите, срочно. Аквапарк закрывается. Давай, Ярослав, давай. Помоги девушке. Ага. Я не успел. Что ты не успел? Что, тебе красиво, становись там. Или давай на руки. Я его. Ну, если ты его, будет смешно, давай. Это будет очень красиво. Давай, давай, только аккуратно, чтобы не уронил, Ярослав, давай. Никак. Помогай. Помогать? Да. Ярослава, да? Нет, да давайте, пусть я что, девушку на руки не можете взять, давай, ребята. О, все. Подожди, один поднял, а я там тоже хочу. Лайки, 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 лайки. Лайки. Не, вот пошире, пошире, по чуть-чуть опусти.
Все. Так, мальчики поцеловали девочку в щечки. Красиво дело. Ну, долго, вместе. Молодцы. О. Хватит, отпускайте, да. Давай, фотографию. Отпустите, пускай собак фотографируют. Было зацеплено, мы оставить его. Все. Отпусти уже девочку. Так, все, смотри, красиво повернулась ножка. Трусы только поправь сзади. Ну, в смысле, у тебя, смотри, у тебя одна ушла туда, одна так сделала одинаково с обоих сторон. Все, готово? Да. Отлично. На меня посмотри. Так, 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 ручку положи на место, где была. То есть вот так вот плечико опускаешь чуть ниже. Ай, у меня только объектив. Еще стой. Чуть ниже плечо. Да тише! Чуть ниже плечо, за красивыми фотами. Попу чуть приподняла, так. Нет, прям бедро поднимай. В смысле, вот так? Ну, в смысле, вот ты, смотри, ножки стоишь, попу, оп. Булочки. Нет, ну слушай, это уже жестко. Давай. Как вставать? Ну, как хочешь. Руки вот так сделал. Что это было? Это наш друг, он всемогущий. Ногу поставил в сторону, красиво. Отлично, плечико опустил, грудь выровнял. Улыбка, 32 зуба. У меня 30. Тихо молчи, на фото надо молчать. Все, лайки. Красавчик, все, ты в Сочи запишешь. Давай тебя тоже. Ну, слушай, фотосессии, блин, ребята. Ты что делаешь? Зачем ты сиськи надул? Холодно. Холодно, что ли? Пойдем со мной с утра в море купаться. Нет, как хочешь. Говори, что ты делаешь. Трусы втяни в жопу. Ты видишь, тут мода такая прошла, Ярослав. Напряги, так они все. Все, тоже ручки собрал на груди, живот спрячешь. То есть все, отлично, смотришь на меня. Подожди. Улыбка. Все, красавчик. Девушка, все. Давай, давай. А, что сделать, видишь? Не пал. Что-то как ты беспонтово так прыгаешь. Да, все, погнали. Да, мы тоже думаем, что надо еще разок. Это что, кенгуру? Я вообще догадливый, в принципе. Ну что, кенгурятины, пошли. Ну что, дорогие друзья, всем пока-пока. Мы остаемся отдыхать, зимовать. Сочи радует глаз, как говорится. Ну, намеками не говоришь, что...